Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на серии Black Dragon. Вот как раз я сейчас вот тут умер, сейчас вернулся, вещи забрал. Ну, опыт, ты что, понимаешься, нет? Опыт, о, во, 5-й уровень, нормально. Так, еще уголь не забрал. Так, сейчас, что я думаю, дорогие друзья, давайте мы все-таки, наверное... так, извиняюсь, у меня же есть окаменелый покемон, да, которого мне подарили на Новый год. Подарок. Ну, я еще даже его не, как бы, не эволюционировал, да? В смысле, не эволюционировал, а не очистил фусилки линеры и даже не возродил. Поэтому сейчас мы, наверное, этим займемся. Да, этим займемся. Я сейчас как раз домой тпхнусь, возьму его. И покажу как раз весь город, что и как я строил. Это у нас вот тут. Да, ну что, полетим. Спаун. Я его, ну, не знаю, долго я его уже строю. Да офигеть, как долго, но я его уже более-менее выстроил. Мне, конечно же, помогают другие друзья, другие игроки. Но не то, что строить, они как бы просто помогают мне ресурсами. Строю я все сам, но все, что там построено, это все ресурсы, которые как бы были у меня, которые мне игроки подарили. Потому что там, ну, просто нереальная куча пошла ресурсов на то, чтобы... построить вот эту всю стену, больше чем 100 стаков булыжника. Вот сейчас мне как раз кирпичи подарили, я помню. Вот я построил себе небольшой домик с кирпичей, построил себе покет-центр. Вот, я уже тут... Ой, главное не упасть. Вот, я уже построил себе даже мостик такой, прикольный такой получился. Вы себе не представляете, охренеть, сколько тут ресурсов пошло на это все. Вот красивый такой... Вот, это уже город, стены все готовые, это мой дом, охрененный, да, я его реально, ну, недолго строил, но я его сам строил. Это кварцевые блоки, догадайтесь, откуда они у меня? С покет-центров, да, вы, наверное, вы додумались, я эти покет... вроде два покет-центра нашел, разграбил, в смысле, ну, чё, кварцевые блоки же мне тоже нужны. Ну, домик вот такой, я еще, конечно, тут ничего не сделал. Ну вот тут у меня ресурсы, что я строю. О, еще алмазная кирка, ни хрена себе. Ну, нормально. Тут у меня второй этаж, тоже пока что ничего не делал. Тут у меня склад, наверное, будет. А тут у меня хилки будут, вот верстаки, это все такое. Тут у меня магазинчик будет такой. Я еще, конечно, ничего не сделал. Вот, магазин. Ну, не знаю, что я тут буду продавать, вот всякие. Диски, вот эти все покеболы. Вот такое. Тут покет-центр, я сам его строил все полностью. Вот. О, кстати, давайте. Фусил клинер я уже тут создал. И, кстати, тут как раз уже фусил хилка есть. Вот компьютер. Да. О, принплуп. Пинплуп. Пиплуп. Пиплуп. Кстати, да, я в прошлой серии словил его с Лехой, когда играл. Или позапрошлой, не помню. Ну, можно его будет прокачать. Кстати, у меня уже и Визару 27 уровень. Так, кто это у нас будет? Анори. Да ну нафиг. Опять Анори. Ах, ну, в принципе, пусть будет. Что делать? Ничего не сделаем. Давайте ультрабол. Отлично. Пускай он там колдуется. Вот, оформил так красивенько тут все. Тут я очаровальню сделал, вот такую, с кирпича, который мне подарили. Спасибо, я забыл, кто-то мне подарил кирпич, но, как видите, пригодился. Тут глина у нас, вот это все такое. Тут книжные полки, которые тоже мне как подарок сделали. Тут сундуки обычные, ничего я не делал. Ну, суть в том, что вот, очаровальня у нас тут, да. Такой домик для... отдельный домик для очаровальни. И, в принципе, тут я, наверное, все-таки отдам вот эту территорию какому-то игроку, чтобы он тут себе сделал, ну, не знаю, вот тут домик, тут тоже какой-то магазинчик, тут тоже, не знаю, априконы посетил, да? И вот тут, в принципе, тоже, думаю, отдам какому-то игроку, а потом можем как-то увеличить замок. Пока что еще не имею идеи, как мы его увеличим, но, может, как-то увеличим. Ну, посмотрим. Так, что там у нас с нашим 30%. Пускай он там делается, мы полетим. Не знаю куда. Пойдем что-то поищем.
Мне сквирла нужно. Или муткипа. Точно. Так, где у нас болото? Фиг его знает. Ну, потом найдем как-то. Если, конечно, повезет. И в принципе. В принципе, не знаю, куда мы сейчас пойдем. Пускай там у нас делается вот наша нори. Капута нори. Нафига он мне? Фиг его знает. Ну, в принципе, пускай будет. Так. Мне действительно сквиртла нужно. Сквиртл. Или же муткип. Фиг его знает кого. Ладно, пойдем обратно. Может, там уже и родился вот тут наш покемон Анорит. Ну. Отлично. Так, ну, ух, нифига себе, 51%. Ладно. А, Ювизар, у нас же Ювизар есть. Давайте мы как раз пойдем прокачаем нашего Ивизаура где-то вот тут на покемона, которые вот тут спавнятся в равнинах. Не знаю, кто тут может быть. Какой-то более-менее нормальный уровень. Так. Это какой там уровень? 34-й. А, не очень, не очень, не очень. Хотя, в принципе, пускай будет. Какая разница? Рам-рам-рам-рам, пускай будет Черезард. Черезард 58 уровень, тоже не хреново. Ух, я думал с одного удара. Нет. Мне бы вот действительно хочу и словить, думаю, вот сейчас Илья и Абру. Что-то мне очень хочется. То бишь Алаказама, да? И Гасли мне тоже очень хочется. Муткипа, ну, Сквиртла, возможно. Еще кого-то я хотел. Ну, Пикачу я не знаю. Может, тоже потом. Так, тут у нас вроде никого нету, вот. Райхорн, или как он там? 30 уровень. А ты какой? 22. А ты, Персиан? 31, 32, 30, а ты? Ух, а меня ПВП отключен, а то есть тут крысы. Не буду называть имен. Ну вот, которая возле меня, как раз. О ком я только что говорил, крысы, да? Бегает тут рядом со мной, вот именно вот это. Не будем уточнять. Так, 30, 30 уровень, то бишь еще 6 уровней, да? Че, пойдем заберем нашего Анорита. Он уже 100%, ну, родился там, да? Пойдем его заберем. Да, ну нафиг, еще нет. Агрон Шайни. Ну, давай, 2, 1, 1%. Отлично, Анорит. Окаменелый покемон. Спасибо, кто мне его подарил. Отлично, то бишь у нас уже есть Анорит. И как он там называется? Каракоста, да? Ну, в принципе, давайте, Дэн, все-таки на этом, дорогие друзья, закончим. Небольшая такая серия. Я показал свой замок. Я родил. Ну, не я родил. Ну, в смысле, воскресил нашего окаменелого покемона Анорита. И, в принципе, давайте действительно на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Всем пока.